Сегодня пасмурная погода, и это нисколечко не портит мне настроение. Сегодня я решил попробовать побить рекорд стойки. В прошлом видео я сделал 6 секунд. Сегодня я постараюсь сделать больше. Я планирую 10-15 покорить. Сегодня у нас тренировка, друзья. Поехали. Как приготовить рыбу? Рецепт от Владяна. Берем кастрюлю. Наливаем воду. Черт, она замороженная. Оттаиваем ее. 2 hours later. Drop that shit.
А тем временем наш штатив уже в пути. Вчера его обработали, сегодня уже отправили. Окей, сегодня я хочу попробовать стойку. Стойку хочу сделать 10-15 секунд. Вчера это было 6 секунд. Поехали. Абсолютный пока что рекорд по стойке. Хотя не знаю, у меня было на канале видео, где я держал 20 секунд. Возможно, больше подержал сейчас. Поехали. Я могу сказать, отлично, сегодня продуктивный день, сегодня я смог сделать 20 с лишним секунд, наверное, там, не знаю, на монтаже посмотрю, там таймер поставлю. Сегодня отличный продуктивный день, стойка есть, отжимания на руке, я планирую сделать сегодня 3-4 раза, поехали. Я понял кое-что для себя. У меня недостаточно силы в мышцах кора. Как только я отжимаюсь, внизу позвоночника чувствуется не мышцы, а позвоночник сам. Это значит, что низ спины у меня очень плохо поработан. Значит, надо мне его прорабатывать. Максимально бомбить, идти к успеху, добиваться своего. Погнали.
Like a sculpture, I'm immortal, flying over death like a vulture. Yeah, I do smoke, but it's just a part of my culture. Cause we wanna get the best out of this part of life while we blow up. I'm a good human being, concentrating on money / success, fuck stress, cause that's nothing for me. Lord love me, yeah he do, I know he does. That's the reason why I spent most my time up above. Built me a castle with my own zoo, own porch, own pool. I'm a beast so rich that I could own you. All I see is dollars.